Так, ну мы, значит, остановились на том, что сценариев сейчас нету, потому что в основе нет литературы хорошей. Да, я считаю, что да. Но литература ведь сейчас, есть же сильные писатели, в том числе и отечественные, мне кажется. Или они пишут то, почему нельзя снимать кино? Нету литературы. Это же сценарий, это же не просто, так сказать, литератор написал как повесть, и давайте мы ее инсценируем или экранизируем. Mm-hmm. Это еще не повод для кино. Mm-hmm. Повод для кино всегда литературный сценарий, а потом режиссерский. Этому когда-то учили в ВГИКе, понимаете? Mm-hmm. Это профессия, как, впрочем, и профессия оператора. А сейчас этому в ВГИКе не учат? Мне кажется, учат, но учат ли как сценаристов, я сомневаюсь, потому что все, что они пишут, мало похоже на литературную основу. То есть вы считаете, что сейчас ВГИК вообще слабее, как учебное заведение? На мой взгляд, да. И не только вообще, так сказать, воспитание, художественное, подчеркиваю, мне близко. Я знаю, о чем я говорю. Ну, вы профессор, я да, профессор мы с вами другого говорили, института, да, на эту тему, да. И могу говорить со всей откровенностью, это требует больших переделов и переосмысление, потому что все то, чему когда-то учили и как учили, давно перестало быть интересным и увлекательным. Сейчас нужно совсем по-другому подходить, с новым, находить новые методы воспитания. Так бы я сказал. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».